Ребят, мы отдыхаем. Вот это по 120, да? Это что за рыба? Селедка. Селедка, а, да? Вот это что? А это чебачок, да? Угу. Или нет? Нет, пелит 250. Пелит 250. Все, спасибо, ребят. Это чипсы эти местные, да? Челпанатинские, да, по-моему? Да, челпанатинские. Да? Почем? Почем? 70. 70 сомов. А пелит почем? 250. Пелит 250. 200. Мы отдыхаем, ребят, это Челпаната, вот мы в районе Азана, тут вот отель Азан, вот здесь шатры, сняли шатер, вот, за 300 сомов до 5 часов вечера, хотя будем здесь до 4. Мы еще в гостевом доме даже не были, мы сразу сюда приехали, сразу на пляж, вот, там уже номер у нас как бы забронирован. Мы здесь сейчас отдыхаем вот до вечера и потом уже вечерком выдвинемся в гостевой дом. Ну, ребята, какой кайф, я вам хочу сказать, а солнышко ласковое, водичка теплая, просто отдыхаем, вот, вообще замечательно. Не мираж и не обман, на пути к тебе твой капитан. Алые, алые, алые паруса, нужно ждать и верить в чудеса. Знать, что точно сбудутся мечты, самою счастливой будешь ты. Мою счастливой будешь ты. Ребят, ну вот на берегах этого чудного озера встретились с нашими зрителями, вот, с Аркеном, вот, с супругой, вот, да-да. И нам вот задарили вот такой презент. Казахстан, ребята, елки-палки, вот, коньячок, да. Нравится. Положа руку на сердце. Честно, очень сильно мне нравится. Она мне в этом году отговаривала в Турцию, я говорю, нет. На Иссык-Куль поедем. То есть у вас был выбор либо в Турцию, либо на Иссык-Куль. Вы выбрали Иссык-Куль. Нам так, ребята, да. Ребята, вот так вот. Самое счастливое будешь ты. Алые, алые, алые паруса. Самое счастливое будешь ты. А, ребят, вот я только что искупался тут вот. И встретил, так сказать, наших зрителей, да, зрителей, подписчиков из Чимкента, да? Вы из Чимкента. Как вас зовут? Акиф. Акиф, а вас? Ольга. У вас Ольга, а вас? Галина. Галина. Костя, пойдем. И Константин вот там вот. Ну, расскажите вот о своих впечатлениях, вот, да, от этой поездки. Шикарно. Даже вот, вот, что показывать? Вот. Что рассказывать? Загорел, море теплое, не уходим. Целыми днями купаемся. Так все-таки вода парное молоко? Парное молоко, точно, да. Нам не верили. В этот раз до пандемии были, была ледяная вода, сейчас вообще супер. Да, 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 да. Не вылазим, насколько мы мерзляки, но вода супер. Ребят, ну очень приятно встретить своих зрителей вот здесь, на берегу этого чудесного озера. На самом деле, ну просто, ну очень радостно на самом деле. Всего вам самого хорошего. Все, спасибо. Отличного всего. Отдыха. Хороший канал, говорится. Подписывайтесь. Приезжайте на Иссык-Куль. Самою счастливой будешь ты.
встретил подписчика, нашего зрителя. Как вас зовут? Андрей. Андрей, вы живете где? В Канте. В Канте. Вот наш земляк, так сказать, вот смотрит нас и тоже здесь отдыхает. Ну, как вам отдыхается? Нормально, первый день только приехали. А вы первый день долго вы будете здесь вообще? Как планируете? На 6 дней, на 6 субботу, дней, да? Ну, понятно. Ну, как вам водичка? Ой, тепленькая. Классная. Ну, действительно, парное молоко, да, на самом деле? Да, ну. Ну, в общем, сплошные приятные встречи. И вот, честно говоря, очень-очень радостно. Спасибо вам огромное и хорошего вам отдыха. Да, давайте, ага, всего доброго. Накупались, назагорались, наобщались с нашими зрителями, с нашими друзьями. Вот так вот, да. Вот, подышали воздухом. Все, сейчас собираемся и выдвигаемся в гостевой дом. Мы еще не размещались, как говорится. Вот сейчас в гостевой дом у Татьяны. Едем туда. Вот. Вечерком шашлычок. Из баранины. Вот. Ну и, так сказать, вот так вот отдыхаем. Такой воздух, а? Свежесть, и дышится легко. Вот вода в бассейне, вот здесь холодная, там вот теплая. Вот. Пацаны сейчас только что плескались, уже ушли. У нас, ребят, всего один вечер вот в нашем распоряжении на Иссык-Куле. Ох, как-то тополя шумят, а? Вот, и по традиции, безусловно, у нас в нашей программе розжиг мангала и поедание шашлыка. На этот раз я мясо не покупал, покупала Аня мясо, и в этот раз мы будем кушать шашлык из баранины. Попробуем. Вместе. Может, это в моей голове, это все моя вина. Я любила честно, я любила страстно. Юги себе, выбирай куда. Между нами это навсегда. Чуть-чуть низко. Чуть-чуть шашлычка. Посидим в беседочке. На свежем воздухе. На Иссык-Куле, ребята. Действительно, спасибо большое гостевому дому у Татьяны, и в частности Татьяне Николаевне и всему обслуживающему персоналу этого дома гостевого. Нам все здесь нравится. Мы здесь чувствуем себя как дома, уютно. Вот, и все здесь сделано и находится в меру, вот, и по-домашнему. Да. Ладно, это не реклама, не подумайте. Это я просто делюсь своими ощущениями. Ваше здоровье. Шашлычок подошел. Вот такие вот дела. Ну и, пользуясь случаем, конечно же, хотел бы еще раз поблагодарить уже через, так сказать, экран вашего телефона или монитора компьютера, там, ноутбука, наших зрителей, с которыми мы сегодня встретились на пляже, за общение, за теплые слова. Мы с вами сегодня, нам было очень приятно с вами провести время на пляже. Огромное-огромное вам спасибо. Приезжайте еще раз сюда. И я думаю, что эта встреча будет не последней нашей.
Сейчас, ребятки, мы пройдемся немножко по улице Горького и посмотрим на атмосферу самой курортной улицы города Чолпан-Ата по состоянию на 10 июля 2022 года. И на этом культурную программу сегодняшнего дня можно считать завершенной. Спасибо. Спроси, как твои дела еще.